Традиционный праздник в честь Дня Матери провел в Ростове «Ветер перемен». Эта общественная организация объединяет семьи, где есть дети-инвалиды и воспитываются дети-сироты. Работает «Ветер перемен» больше 10 лет. И за эти годы у организации появились свои традиции. Одна из них – собирать в конце ноября ребят и их родителей на большой благотворительный концерт, куда приглашают друзей «Ветра перемен», тех, кто помогает и поддерживает организацию, товарищей из других общественных объединений. Всегда поражает та атмосфера, которую удается создать организаторам. Здесь все искренне радуются встрече. Эти дети не часто могут выходить из дома, многие проводят в четырех стенах практически все свое время. А здесь восторг, радость, друзья вокруг. В зале на экране фотографии мам с детьми, слайд-шоу с поздравлениями, музыкальные клипы. Их специально к празднику подготовил Артем Муратов. Очень талантливый мальчик, который запомнился всем исполнением роли Гудвина в спектакле «Волшебник изумрудного города», поставленном «Ветром перемен». Мне кажется, такая дурацкая, как будто по-новому, потому что новые роли, новые слова, новые речи. И также новые актеры, возможно. В этот раз я не выступаю, в этот раз я смотрю концерт. Но, тем не менее, я принимал участие, я делал видеоролики на этот концерт. Вот, старался, надеюсь, всем понравится. Также хотел сказать, что День Матери действительно очень добрый, душевный праздник. И я считаю, что мамам нужно радовать всегда, несмотря на дату в календаре. На сегодняшний праздник он прибыть не смог, не позволило здоровье. Но вот в подготовке принял самое активное участие. А в зале сидела его мама. Вся концертная программа посвящалась мамам. Про них пели, читали стихи, им дарили танцы. Особенно дорогими подарками были выступления ребят с ограниченными возможностями здоровья. Им не просто даются обычные шаги, даже не на сцене. Но тут они поразили зал по-настоящему яркими и талантливыми выступлениями. Такого художника, первый маляр, спросят вас, а наверно, кто же тогда останется, если все будут верными? Кто поет замыкающий? А вы, трусливых, не слушайте, вы их ждете как первых, но если вы есть, будьте лучшими, если вы есть, будьте первыми. На сцену приглашали всех мамочек, которые активно работают в «Ветре перемен», возглавляют районные и городские отделения организации, вручали всем цветы, почетные грамоты, приветственные адреса и подарки. Сердечная благодарность всем коллективам, исполнителям, принявшим участие в благотворительном концерте, а также всем, кто помог «Ветру перемен» в подготовке праздника. Храму святителя Дмитрия Ростовского, Совету отцов железнодорожного района Ростова, Музею пряника и его руководителю Юлии Матюшиной, Агентству «Форсаж» и ее генеральному директору Анастасии Гузенко, главе администрации Пролетарского района Егору Долматову, депутату Законодательного собрания Ростовской области, фирме кондитерские изделия Морозова, лицею номер 20. Пусть будет счастье на лицах, пусть будут прекрасные успехи наших деток, какие прекрасные сегодня выступления. Будьте счастливы, дорогие, будьте здоровы. Ну и еще немножко, одно слово. Слушайте, ну ведь мама без папы не бывает. Давайте и папам скажем наше большое-большое спасибо. С праздником вас!